Всем привет, ребят. Ну вот, я и восстановил ПК, наконец-таки, а также немножко обновил систему. В общем, я поставил новый жесткий диск, а также новую оперативку. Ну и новую вину, можете, собственно, в этом сами убедиться. И, в общем-то, в чем дело-то было, давайте кратко расскажу. В общем-то, я пошел ставить новую оперативку, поставил две новые по 2 гигабайта. И там из-за рукожопости мастера у меня слетела винда. Вот так вот. Вот, поэтому, собственно, вот так. Но ничего страшного, в общем-то, поэтому не было 3 видео на этой неделе, которые я отснял. Они все сгорели, к сожалению. Вот, ну, собственно, давайте сегодня у нас будет видос довольно интересный. Собственно, сегодня мы будем проверять, сколько можно заработать на TaskPay и в Эмблере за, собственно, 2 часа. То есть час на этом сайте, час на этом. Это, собственно, сайты для заработка. Отличаются они только датой. TaskPay появился 19 марта 2015 года, а Vmblr, это новенький сайт, он появился лишь в конце сентября. По-моему, 29 числа. Вот, и, собственно, сегодня мы будем проверять, сколько на этих сайтах может заработать за час. Я, собственно, буду считать по сумме выполнения заданий. Вот, я сразу приготовлю листок и ручку, чтобы считать. И, в общем-то, я посижу на этих сайтах 2 часа, час на этом, час на том, и, собственно, посмотрю, сколько нам придется зарабатывать. Так что, в общем-то, погнали. Начнем мы, пожалуй, с этого сайта, так как тут задания чуть-чуть более, так, повыше оплачиваемые, но все же интервал оплаты у них примерно одинаковый. Так что, ребята, поехали. Для этого нам понадобится только куча аккаунтов в соцсетях и, собственно, программы для скриншотов. Я буду использовать LightShot, вы можете использовать, например, Bandicam. Собственно, поехали. Через 2 часа я засекаю время. Сейчас у нас 11:58. И, ну, в 14:00 давайте я вернусь. 2 минутки еще себе так накручу. И, собственно, посмотрим, как нам удастся заработать. Давайте, засекаем время. Так. Угу. Я установлю будильник на 14 часов. Я сейчас просто за кадром это делаю. Все. Собственно, погнали. Вперед. Ну что ж, ребят, в общем-то, да, все, я просидел 2 часа, это было достаточно долго. Вот, в общем-то, смотрите, результаты на TaskPay меня, мягко говоря, расстроили. Значит, смотрите, в общей сумме, вот за все вот эти задания, я заработал всего-навсего 18 рублей 54 копейки за час. Блин, ну это как-то мало, серьезно. Вот, причем я смотреть, вот, я вот написал статью на Яндекс.Дзене, за это мне заплатят всего 8 рублей. А вот на Vell, и, в общем-то, я выполнил не 8 заданий, здесь заданий где-то 20 в общей сумме. Да. А вот на Vmblr'е меня результаты куда более удивили, так сказать. Значит, смотрите, сейчас будем считать. Итак, я выполнил в общей сумме дохренелион заданий, и, значит, сейчас, в общем-то, я посчитаю. Итак, здесь я выполнял задания на раз... Да, давайте вот сейчас я демонстрацию экрана включу, как калькулятор.